сегодня уставшая я такая была, сегодня даже плавать не пошла. Обычно же плавать хожу. А думаю, ну что-то не хочу плавать, переодеваться, затащиться. И я думаю, пойду на волейбол поиграю. Я уже пришла, где начала одеваться, мне пришли. Лямка? Она такая же, Саша, она открытая, она не выдержит. Угу. Попариться тоже хорошо. На прошлой неделе была закрыта сауна одна, сломанная, сухая, которая. А, да? Угу. Они сейчас починили. Сухой была? Или да, я сухой была. Я не мог принести. Да, на прошлой неделе не работала сухая. Хорошо, что они хоть баню починили. И она сейчас теплая очень. Прям горячая? Да. О, класс. Значит, они что-то починили. Потому что она сейчас вся. Раньше было, надо было лететь. Да. 20 минут. Что-то, а сейчас да, я сделала 10 минут, и мне было достаточно, я просто боюсь. Пока, не целуемся. Ну, ушли, потому что можно не сказать. Все, да. Молодец. Да, тут есть прям разборок, я еще... Нет, один раз были разборки, Ваня с Джорджем разбирался, что-то тоже Ваня возмущался. Вот как раз тоже. Он сидит, нет, или он уже ушел? Так они отменили или ты сама отменила? Они отменили? Ну, они как-то не отменили, но если я прилечу сразу на карантин, да. Точно, Израиль они же. Вернули мне деньги вообще. Потому что они перевели по delay in the flight. Это как бы не успели подарить на time, через Москву аэрофлот. Честно, это очень опасно. Конечно. Очень серьезная вещь. Ты же в лаборатории тоже какой-то работаешь? У вас вообще что-то вот ходит? Какие-то не слухи, а может быть, какие-то факты более такие, которые, может быть, скрывают. Как защищаться? Маска будет работать или нет? Вот это N95? Ты как нигде не купишь? Нигде нету? Есть, но она стоит $400 $15. Это же придурок купил. Кто? Гена? А у вас на работе не выдают? Нет, еще. У меня нету директ контакта в пейшн. Они сегодня помните насчет этого. Мы попросили, они нам отказали. Потому что worldwide short и short that mask. А как часто их нужно менять? Они же как бы disposable. Каждые 2 часа или сколько я там? Я не знаю, даже не знаю, что это вообще интрига все. Вообще вся вот весь этот коронавирус большая интрига. Я думаю, что я даже переболею.
мы вот сегодня с Сашей тоже. Мы вот с Сашей ехали, да, тоже сегодня и думаем. Мы даже, может быть, все можем переболеть им и не заметить, что это был коронавирус, еще что-то. И даже не будем знать, что знаешь, это коронавирус. Знаешь, что у тебя как респиратор, как бронхит. Вот это вот единственное, что. Но вот такие вот, как мы, в таком возрасте, мы все можем, здоровы. Да. Это не где-то да, все. Да, да. А 60... Да, да, бабушка. Я вообще не знаю, что я снимала. Я что-то снимаю, я не знаю, что я снимала. Но мне кажется, у меня немножко повернулся в сторону в один момент. Больше снимала. Что-то снимала. Серьезно, и это причем не то, что сказали, что это биологический вакуум. Ну непонятно, если это правда, если как бы опустили такую слух. Есть у них лаборатории такие. В этом в чане? Сегодня у нас бэби шауэр был на работе. Геймпоинт, говорят. Думала, обдурит. А там Юра. Не получилось. Thank you.
52 минуты. Запорол фигуру.